соревнованиях принимают участие 4 команды. Играют по международным волейбольным правилам. По 2 периода до 25 очков. Кто первый наберет, 25 очков. Там времени может быть разное. На поле вышли 4 команды – технический колледж, техникум молочной промышленности, техникум профессиональных технологий и техникум Детинь-Яумифи. Лейсан Незамединова – капитан команды техникума Детинь-Яумифи. 9 лет занимается волейболом. Трудная команда, наверное, это молочный техникум. Там есть сильные девочки, нападающие есть. Вот и все. Ну а так мы настроены на победу. В первой игре встретились команды техникумов профессиональных технологий и Детинь-Яумифи. Легче играть у сетки, потому что на второй линии нужно тащить все скидки, все удары. Ну и на второй линии легко играть, просто каждому свое. В турнире по волейболу победили хозяева площадки, команда техникума Детинь-Яумифи. На этом студенческая спартакиада не заканчивается. Впереди еще баскетбол и легкоатлетическая эстафета. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.